В Люберецкой картинной галерее состоялась творческая встреча с актером Московского академического театра имени Маяковского Константином Константиновым. Почетный деятель искусства рассказал о себе, ответил на вопросы гостей, а также исполнил для них литературную композицию. На встрече с актером побывали и мои коллеги. Творческая встреча посвящена дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. По этому случаю известный актер исполнил литературную композицию к роману в стихах «Евгений Онегин» у Константина Константинова, роль автора. Судьба Евгения хранила. Сперва мадам за ним ходила, потом месье ее сменил. Ребенок был резов, но мил. С творчеством великого русского поэта актера Московского академического театра имени Маяковского связывает многое. При поступлении в ГИТИС Константин читал отрывок из повести Пушкина «Метель». Евгения Онегина мы и в театре ставили. Прям я играл Ленского. И здесь как-то вот я, видимо, дошел, и мне хочется именно это русское слово, именно вот этот стих. Почему я не читаю наизусть, хотя мы знаем, я читаю с листа, потому что этот слог, этот стих, он должен быть четкий, пушкинский. Это уже второй визит Константина Константинова в городской округ Люберцы. У любителей творчества талантливого актера была возможность узнать его ближе. В программе встречи также участвовал актер, член Союза деятелей музыки, кино и телевидения Александр Крючков. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.